проведу тебя я. Ты только дай, ты мне дай, ты подай мне руку. И последний вопрос у меня к тебе. Знаешь, на какую тему? Сейчас происходит ужасная ситуация. Вот я занималась помощью ополченцам 2013 года. Вот. Потом был период, когда прекратилась нужда в моей помощи. Потом опять возобновилась. Так вот, я занимаюсь помощью фронту. И я знаю очень многих хороших и достойных людей, которые занимаются сбором денег, да, вот этими народными деньгами. Я очень рада, что такие люди есть. Но мой вопрос вот в чем, Сереж. Сейчас произошла следующая ситуация. Люди не хотят больше сдавать свои кровные денежки. Почему? Потому что в стране инфляция страшная, скачок инфляции. И те зарплаты, которые у людей есть, не хватает им на жизнь. А тут еще и постоянные волонтеры с постоянными поборами. Да? Такое слово появилось. Что постоянные поборы, постоянные сборы денег на эту войну, на эту гребаную войну. Да, она гребаная. Тут уж ничего не поделаешь. На ней гибнут люди, хорошие люди, которые не сбежали за границу. Вот порассуждай, пожалуйста, о волонтерской помощи, насколько это нужно. Порассуждай, пожалуйста, о народном единстве. Что если мы сейчас вот вдруг начнем противостоять тем людям, которые на войне, у нас от народа ничего не останется. Это моя мысль. Но я хочу услышать от тебя. Кто такие волонтеры? Что они делают? Нужны ли они? Или надо трепать за бороду Министерство обороны? Ну, как бы, волонтеры, конечно, нужны. Без них было бы тяжело. Тем более в середине СВО. Они прям подключились, вот сильно подключились. Да, когда, не знаю, почему вот Министерство обороны, как было, что были какие-то вот такие вот застои. И вот эти застои покрывали волонтеры. То есть пустоты заполняли волонтеры, да, там, где появлялась дырка. Где надо было, да. Угу. То есть волонтеры. Но кто не может, то есть кому-то надо воевать, а кто должен поддерживать тыл. Угу. Тыл должен быть сильный, а сила – это вот мы, наше единство, мы должны сплотиться. И вот это вот волонтерское движение – это вот такое вот сплоченное. Так единомышленники, которые понимают, в чем дело сегодня. Пытается даже до последнего дать. Несмотря на то, что это нужно постоянно, это расходники, начиная там от носков и заканчивая автомобилями, беспилотниками, да, которые стоят хороших денег, тепловизоры. Несмотря на это, мы решаем эту проблему. И решаем ее очень сильно за счет волонтеров. Наши вот пенсионеры, да, то есть, скажем, бедный, средний класс. Больше подключены. У меня как раз такие люди сдают деньги. Вот богатые. Да. Богатые, наверное, сторонятся и думают, что это не их война, их не коснется. До нас не дойдут. Угу. Вот. Но благодаря таким даже среднему классу, простым пенсионерам, среднего солдата там, в принципе, уже есть все. Все необходимое для того, чтобы полноценно воевать. Угу. А можешь сказать, что нужно? Вот что нужно? Ты уже сказал, да, вот вплоть до автомобилей, да. И действительно, я знаю ребят, которые покупают поношенные автомобили, подшаманивают их и перегоняют. То есть укрепляют, делают более устойчивыми, там, ходовую перебирают. Ну, то есть вот подготавливают к военно-полевым условиям. Я знаю ребят, которые обеспечивают квадрокоптерами, да. Я знаю ребят, которые обеспечивают экипировкой, причем очень достойной экипировкой, то есть там броневая защита, каски. Ну, это опять же на узких направлениях. Да. А что надо массово?
Масса вообще. Вот я знаю ребят, которые плетут сети. Это буквально мои ученицы из Перми. Они плетут сети и вполне красивые сети создают. Вот, правильные, густые. То, что нужно. Ну, для выживания, конечно, для всего. Начинает от хороших термоносков, термобелья. Чтобы не мерзнуть, чтобы ты не продувал. Чтобы, ну, да? То есть шерстяные носки не нужны. Нет, нужны термо. Они не подходят, они стираются быстро. Угу. То есть нужно хорошее термобелье, теплое. Угу. Хорошая экипировка, ботинки. Угу. Чтобы ты, допустим, даже вышел там куда-то в секрет, да, на фишку. Чтобы тебе было комфортно. Чтобы ты не мучился там, не мерз, не скручивало. Угу. Ты комфортно себя чувствовал. Нужна хорошая оптика, тепловизоры, бинокли. Просто оптические прицелы. То есть сейчас современное время, это уже на широкой ноге это все. И сейчас это борьба за вооружение, поэтому надо наращивать. Перечисляй, что еще нужно? Пусть люди слышат, чем надо помогать фронту. Конечно, да. Глаза нужны. Это вот квадрокоптеры, такие беспилотники, потому что они быстро теряются. Сейчас эти всякие электронные пушки, которые сажают. То есть закупили за 300 тысяч, допустим, только подняли, его посадили, все, потеря нету. Вот такие вещи нужны. Еще что? Ну, остальное не столь важно. Это оно такое. Самое главное, это вот, чтобы солдат был в тепле. Спальники, например. Или солдат сам себя обеспечит спальником. Спальники как бы выдают, есть в министерстве. Есть, но, опять же, спальники должны быть тоже вот так вот. У альпинистов должно быть все. Легкое, прочное и надежное. У нас, кстати, к сожалению, в армии это все не легкое, не прочное и ненадежное. А буржуйки? Ну, буржуйки тоже где-то сами, где-то волонтеры, где-то находят железо, там ребята сами варят. То есть, если есть рядом какое-то такое понятно, это ребята сами сделают, да? Это как бы, ну, да, это все А вот решаемо. Скажи мне, вот сейчас появилась тема окопные свечи, блиндажные свечи. Что это? Не знаю, не сталкивался. Вообще, вся страна делает окопные свечи, блиндажные свечи. Если при хорошем раскладе, ну, в моей практике я сам много задач у меня было. Если хорошая экипировка, даже блиндаж не нужен. Можно спать в снегу, спокойненько, нести дежурство, где-то группой засесть, нормально можно все. В обычных окопах, да, можно отдыхать и при этом даже не париться, не замерзнешь, ничего. Но это нужна именно хорошая экипировка. Хороший спальник, да, хорошее термобелье, обувь. Залезь в него, отдыхаешь и все в порядке. Тепло, сухо. Сейчас вся страна массово плетет сети. Это надо? Сети для маскировки, ну, да, сейчас зеленки нет, и как бы техника, которая стоит в лесопосадках, работает. Ее надо чем-то накрывать, как-то надо ее, чтобы она сливалась. Тенты. Тенты? Да. Нет, тент не пойдет. От дождя, нет? Тент, он как бы... Нет, личный, я имею в виду, для солдата. Нет, тент не пойдет. Он просто... Не то. Не то, да, не нужно. Он и тяжелый. Потому что такое легкое, быстро, то есть собрали, быстро растянули. А тент, он получается, это одно такое пятно будет, его будет видно. Где-то лесопосадки или еще где-то, это будет пятно видно. Просто предлагали именно это поставлять, слышала среди волонтеров. Я эту тему быстренько разметелила, я говорю, ребят, ну вот не о том. Массе, да. То есть она может, да, быть под разную расцветку сделана. И она хорошо будет. То есть, правильно я тебя поняла? Солдату не нужно вязать шерстяную жилетку. Солдату не нужно вязать шерстяные носки. Это все объем. Во-первых, это вот все шерстяное, это объем. Да, это ему куда-то надо все с собой носить. Термопелье, это все компактное, все удобное. И гораздо, вот она дышит. Та же жилетка, она не будет дышать. Ты будешь не потеть. Спотел, остановился, замерз, простыл, все. Боец списан. Хорошее, дышащее. То есть оно есть белье активное и пассивное. Да? Для ходьбы одно белье, там, для где-то на стоянке второе белье переоделся, встал, все, спокойно себя чувствуешь. Это все есть. Все у нас есть сегодня.
Просто многие скажут, что это дорого сегодня, но зато это эффективно. Чем вот это вот все, да, носочки, жилеточки разные. Вот это. Ну да. Да, все правильно. Всякие носки вяжут те, кто не знают, куда себя деть. Потому что лучше купить термоноски за 3000, да? О, это много. Uh-huh. А дома лежит старая шерсть. И вроде как святое дело исполнишь, и от шерсти избавишься, да? Ну, может, кто-то и так думает, да. Поэтому носки и все остальное можно было куда-нибудь в другие места применить. Ну, сегодня много беженцев. Помощь должна быть правильная. Да. Помощь должна быть разумная. Помощь должна быть умная, а не простодушно глуповатая. Помощь – это все-таки разум. Как бы ты себя определил, какой фразой? Вы знаешь, у каждого человека есть девиз. Какой у тебя девиз по жизни? Ну, я оптимист. Всегда по жизни с улыбкой. Даже если будет плохо или хорошо, да, если все, она же извлекает какую-то пользу. То есть, если я, например, сделаю такую наклейку, позывной «Север», и дальше, я оптимист и человек без ноги. Да, нормально. Нормально. Я нисколько не жалею. Это мой выбор. Это моя профессия. Я как бы, я горд за свою задачу, которую я выполнил. Если она будет маленькая, но с какой-то пользой все равно. Короче, пойдем на вылазку, попробуем.